дети читают стихи. Анастасия Брюханова, 14 лет. Николай Носов, детский ботинок. Занесенный в графу, с аккуратностью чисто немецкой, он на складе лежал среди обуви взрослой и детской. Его номер по книге 3209. Обувь детская, ношена. Правый ботинок с заплатой. Кто чинил его? Где? В Мелитополе? В Кракове? В Вене? Кто носил его? Владок? Или русская девочка Женя? Как попал он сюда, в этот список проклятый, под порядковый номер 3209? Неужели другой не нашлось в целом мире дороги, кроме той, по которой пришли эти детские ноги в это страшное место, где вешали, жгли и пытали, а потом хладнокровно одежду с убитых считали? Здесь на всех языках о спасенье пытались молиться. Чехи, греки, евреи, французы, австрийцы, бельгийцы. Здесь впитала земля запах тлена и пролитой крови сотен тысяч людей разных наций и разных сословий. Час расплаты пришел, палачей и убийц на колени. Суд народов идет по кровавым следам преступлений. Среди сотен улик этот детский ботинок с заплатой, снятый Гитлером с жертвы 3209.